Что такое серфинг? Серфинг – это большой фан. Но чтобы заиметь этот фан, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Со временем ты становишься лучшим серфером. Стало быть, ты хочешь кататься на более качественных волнах, а волны более качественные там, где риф очень мелкий. То есть, если ты упадешь, то ты можешь ударить голову об риф. Костенька, главное не паникуй, главное не паникуй. Кровь продолжает течь из раны, наверное, перебил себе вену. О боже, как я зашью себя сзади. 3 дня спустя. Кокос. Кокос – это отличная еда. И не только потому, что в нем много калорий и прекрасная на вкус холодная жидкость. Самая лучшая часть кокоса – это то, что кокос надо разрубать и съесть, его не нужно готовить. Сейчас это тайминг. Я вижу много людей в воде, и плюс волны не очень хорошего качества. Видно, ветер не с подходящей стороны дует. То есть лучше это время использовать для еды или чего-то другого. Вау-вау-вау! Сразу иди кататься! Сейчас при катании мне надо очень хорошо сконцентрироваться и не совершать никаких ошибок, потому что на этот раз никого вокруг, кто бы мог зашить мой череп, если я его опять поцарапаю. Как говорят, лучше быть осторожным, чем дурным. Наверное, я бы тут сейчас не был, если бы я был осторожен. Вопрос. Зачем я все-таки это делал? Не могу сам себе на него дать ответ. Наверное, я стал от этого зависим. Незаметно самому для себя.